вітаю вас. Ми повертаємось до студії прямого ефіру репортера. Мене звуть Григорій Блайда. Найближчі 20-25 хвилин говоримо про моторошний інцидент, про трагедію в місті Переяслав Київської області, коли від кулі, випущеної поліцейськими, загинув 5-річний хлопчик на ім'я Кирил. Зараз вже підозрювані знаходяться під вартою на 2 місяці щонайменше, а громадськість вимагає відставки міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова. У нас у студії криміналіст, кандидат юридичних наук, доцент Володимир Федоров. Володимире, вітаю вас. Давайте сьогодні, власне, поговоримо про всі обставини цієї трагедії, ваш погляд на те, що сталося на Київщині, і ймовірні наслідки цього всього. Чи відбудуться нарешті очікувані реформи в лавах поліцейського відомства? Вчора в українських містах відбулися акції протесту за відставку міністра Авакова, зокрема, це сталося і в Одесі. Чи можна вважати винним міністра внутрішніх справ, якщо його підлеглі вчиняють важкий злочин? Ну, міністр в цій ситуації може бути не стільки винен, скільки відповідальний, це його підчинені. Но вспомним нашу переаттестацию, которая проходила несколько лет. Вроде бы была чистка рядов, вроде бы набрали новых работников полиции. А вот по этому эпизоду, получается, эти два фигуранта, два подозреваемых, они, в общем-то, раньше служили в этих в рядах милиции. Один из них был работником ГАИ, второй служил в «Беркуте». То есть, вроде бы что-то меняли, но опять те же поставили почему-то. Наверное, не самых лучших, и здесь очень сложно. Вообще, когда речь идет о переменах, я вспоминаю одну старую мудрость, китайскую мудрость. Оно, в общем-то, проклятие. Проклятие звучит так, чтобы ты жил в эпоху перемен. И получается, перемены есть, они сложны, но не возникают, вызывают не всегда одинаковую, так сказать, реакцию, не всегда одинаково все гладко идет. А у нас перемены во всех областях, или пытаются их сделать, и в здравоохранении, и в образовании, и в полиции тоже. Власне, я знаю, що ці двоє, яких вже взяли під варту, нагадаю, вони не пройшли атестацію, але відновились на своїх посадах через суд. От, власне, цей аспект, як ви прокоментуєте? Ну, чи мають суди втручуватись у внутрішні справи поліції? По закону, да, тому що у них не було конкретних обвинений, в чому вони не підходять. То есть это, с одной стороны, так сказать, вот дополнительная гарантия, что человек незаконно не будет уволен, а с другой стороны, получилось, и мы имеем то, что имеем. К сожалению, не все лучшие остались. Кадры из предыдущей милиции, и такая тенденция есть. И я знаю, что много хороших уволили просто по надуманным предлогам, когда была эта переаттестация, потому что он, оказывается, крышевал родители, бизнесмены, почему-то, потому что у него дорогой мобильный телефон. То есть там вот достаточно штучно и достаточно некорректно, будем так говорить. Там люди, которые прослужили по 20 лет, уволили как мальчишек без какого-то обвинения серьезного, без каких-то претензий. Поэтому кто захотел, тот пошел дальше работать, восстановившись через суд. Теоретично це можна було зробити, але, бачите, вийшло те, що вийшло. Власне, про відставку Авакова. Як ви оцінюєте шанс на те, що це відбудеться, враховуючи те, що з вуст деяких представників чи лобістів нової вже влади в Україні йдеться про те, що Аваков буцімто залишиться на своїй посаді, і більшість за те, щоб він залишився на своїй посаді. І ось таке трапляється в Києві, на Київщині, і громадськість, знову ж таки, вимагає відставки. Як ви оцінюєте такі шанси? А хто прийде на заміну? Ми не можемо гарантувати, що на його місце не прийде чоловік, який ще хуже щось зробить. Просто все міняти, все ламати дуже складно. Треба до цього відноситися достатньо осторожно. І все-таки чистка рядов – це чистка людей, які там проработали якесь кількість років. Какое-то быстрое изменение я не жду, потому что, скажем, у нас есть, допустим, сельские отдаленные районы, даже в Одесской области. Там, по сути, обычный участковый, он как министр внутренних дел, потому что все вопросы там решаются. Из-за того, что нет дорог и нет связи, решает все он, иногда злоупотребляет. Причем, извините, у меня есть, так сказать, опыт определенный. Когда я носил погоны, это было довольно давно. Я знаю, что власть очень портит людей. Набирали еще, это были даже при советской власти 50-е, 60-е годы, набирали из рабочих передовых, из колхозников, для того, чтобы они занимались этим делом. Но как только они получали власть,
их нельзя было узнать. Испытания властью никто не сможет смоделировать, ни детектор лжи, ни кадровая комиссия, ни проверки. Здесь всегда будет элемент случайности. И это... Тобто людина, яка на початку була... підходила до певних критеріїв, пройшла відбір, була ідеальною з точки зору професійності, якостей і моральних, етичних якостей, вона може змінитися протягом року-двох років. Да, особливо в віддалених якихось сільських районах або в маленьких містах, де кожен чоловік знає цього працівника поліції, він заїскує, це портить людей, люди не розуміють, це все, виникає така цепна реакція. То есть само по себе эта отставка ничего не даст. Поменять сверху донизу всех – это нереально. Ну, поменяет начальника полиции, еще кого-то. Областных начальников поменять. Она же непрерывно меняется. А что дальше? Я знаю, в райделах полиции катастрофическое положение с кадрами, очень тяжелое положение со следователями не хватает. Если у следователя 300-400 дел в производстве, он их не может не то что расследовать, а переложить с одного места на другое эти уголовные дела. И это быстро не закончится, это сложно. Я особисто знаю кілька людей, які закінчили навіть вище за в Міністерство внутрішніх справ, і пропрацювавши півроку, рік, звільнились через неабияке навантаження і нереальні вимоги з боку керівництва. И с другого боку, погані умови роботи. Да, такое есть и в полиции, такое есть и в судах, в сельских районах есть такие суды, где для его судей нету, там дела накапливаются. Это очень сложно изменить быстро. Власне, давайте до самої ситуації загибелі 5-річного хлопчика на Київщині. Після того, як обох підозрюваних взяли під варту, прокоментувала цей інцидент дружина одного з затриманих. Така неоднозначна заява, процитую, дружина Володимира Петровця, одного з затриманих, вважає, що у смерті Кирила в якійсь мірі винні його батьки, вона каже. І стверджує, що із будинку цих людей можна було побачити, що на галявині стріляють. Як вони могли відпустити свою дитину? Я в шоці, каже дружина одного з затриманих. Ви не в шоці після таких заяв? Да, заявление такое, конечно, сделать кого-то виноватым или частично виноватым в этой ситуации я бы не мог. Лучше бы уже она промолчала, потому что получается сделать кого-то крайне совершенно другого. То есть, по ее идее, если там стреляет, мать должна была или отец выйти и забрать ребенка, а не наоборот, они в те прекратили стрельбу. Причем это стреляли не подростки, не хулиганы, а один лейтенант поліції, другий сержант, всі зі стажем роботи і себе такою дозволяє. Ну, власне, про власний сам інцидент стрілянини у приватному житловому секторі в центрі невеличкого міста. Що саме вони порушили? Які норми, який устав поліцейський, можливо, там навіть законні норми? І що їм за це загрожує, якщо слідувати букві закону, а не якійсь там політичній логіці? Ну, стрільба в населених пунктах запрещена. Вони, як працівники поліції, перевисили свої повноваження. Вони знаходились, во-первых, в нетрезвому виді. У нас немає сухого закону, але допиватися, як вони об'яснили, що нічого не пам'ятають, як воно було. Я в це не вірю. Чому не вірю, що вони нічого не пам'ятають? Тому що вони зрозуміли ружьё спрятати. Они сообразили сказать такую версию, что он сам упал, ударился. Прятать ружье, его надо разобрать, что-то делать, как-то следы заметать они могли. То есть они не были абсолютно невменяемы, они все понимали. То есть на этот счет у меня, так сказать, очень большое сомнение в их искренности. Но, очевидно, кто-то им посоветовал. Если вот они отказывались давать показания, один и второй молчат, они молчат, и получается, для того, чтобы привлечь к уголовной ответственности, можно привлечь из них только одного. Того, кто стрелял и отвысил. Кто натыснул на курок. Да. И вот если, а если мы это не решим до вынесения приговора, то, по идее, никого нельзя судить. Именно за убийство. То есть вот какая ситуация. Они очень хитро поступили. Что-то, может быть, они знали, что-то им подсказали. Тем более, это не сразу их арестовали. Они общались в райотделе там были, их пытались выгородить. То есть они заняли такую позицию, которая ставит суд и следствие в очень сложное положение. Так кто же стрелял? Они понимают, что они сознаются в этом преступлении, кто-то из них.
то получит наказание серьезное. Вже эксперты кажут, что доказовая база в прокуратуре недостатня для того, чтобы однозначно сказать, вот эта людина винна. Вот уже в ЗМИ про это пишут, на жаль. Стреляли, один и второй стрелял, причем стрелял еще сын одного из подозреваемых. То есть можно говорить все, что угодно. Причем еще говорили какие-то, были фразы о том, что там подросток кто-то видел, что ходили другие совершенно подростки тоже с оружием. Это все путает, а народ требует того, чтобы их наказали. Вполне естественная реакция, потому что было в средствах массовых, в центральных каналах, часто работники милиции в нетрезвом состоянии, они совершают аварии, в нетрезвом состоянии они размахивают своим табельным оружием и прочее, прочее. То есть это вот событие переполнено, что называется, чашу терпения. Там даже пошли насчет того, если судить по логике, такие действия не квалифицируются как умышленное убийство. Такие действия совершены по небрежности, а это форма неосторожности. Почему за неосторожное убийство наказание всего лишь до 5 лет лишения свободы? Я не думаю, что прокуроры, так сказать, и прочие люди, которые связаны с этим делом, не знали этого факта, что здесь, в конце концов, речь идет о неосторожном убийстве. Но, учитывая общественное мнение, учитывая все эти волнения, они решили пока по предварительной квалификации квалифицировать это как умышленное убийство. А за вот это преступление, в принципе, возможно и до 15 лет лишения свободы, и пожизненное лишение свободы, если доказано, что преступление совершено умышленно в отношении малолетнего лица. Пока что так. Может, ждут, чтобы волна этого возмущения немножко улеглась, может, они перейдут к каким-то другим квалификациям, более мягким. Но сейчас делать это... В этот же день разгромили бы этот райотдел полиции, разгромили бы же этот суд, который, если бы была речь о неосторожном преступлении, их бы, по идее, должны были отпустить на подписку о невыезде. А народ бы тоже возмущен. Я не знаю, их бы разорвали там без кого-либо прямо на улице. Потому что гнев здесь границы уже не имеет. Потому что вот маленький красивый мальчик пошел гулять, и вдруг, так сказать, его убивает. Рядом стоит его братик, который причитает, жалеет и говорит, не умирай. Это второй тоже травмированный ребенок. Это все очень сложно. Это жах, так. И я хотел бы, чтобы вы прокомментировали еще один неоднозначный, интересный факт. От самого начала Державное бюро расследований поширило информацию про то, что винні не полицейские, а важку травму Кирило буцімто отримав, впавши и розбивши голову бетону, каміння, яке там буцімто лежало біля паркану. Потім цю версію спростували, все-таки з'ясувалося, що причетні до цього поліцейські. Це що? Чергова спроба виправдати своїх, чи просто взагалі криза в попередній кваліфікації того, що відбувається, взагалі з таких надзвичайних ситуаціях, у таких форс-мажорах? Я думаю, в Національному бюро розслідувань не сразу, так сказать, виїхали на місце, все вияснили, що їм передали поліцейські по місту совершення цих событий, то вони обнародували. Потім все стало на свої місця, тому що ясно, що це огнестрільне ранення. Сейчас, коли ребенка нет, очевидно, перед смертью извлекли ту пулю, то есть там уже можно говорить еще более предметно о том, что это был выстрел, с чего стреляли. Я слышал вариант, что стреляли с охотничьего ружья якобы, но очевидно, там какой-то особый заряд был. Ну, с этим разберутся. Возможно, там вот это охотничье ружье было нелегальное, а возможно, принадлежало кому-либо из тех, кто стрелял. И что с изменю, если в одном разе, чем в другом? За незаконное хранение огнестрельного гладкоствольного оружия вообще нет уголовной ответственности. За них, за такие действия, возможно, только административная ответственность. То есть это ничего не меняет для наказания. Но как будут квалифицированы эти действия, мне кажется, что здесь все-таки речь идет о неосторожном преступлении, когда вот в силу каких-то обстоятельств человек должен был предвидеть эти последствия, не предвидел. И квалификация, естественно, там будет меньше наказания до 5 лет лишения. То есть это так идеальная ситуация, если суд діятиме згідно закону и згідно с основными вимогами, так бы мовити, букви закону. А если вот громадськість побоюється того, что доля цих полицейских, это там отримати умовне покарання, чи по-тихому якось злити цю справу. От, власне, люди вимагають не лише відставки Авакова, а й того, щоб це розслідування було завершене і
покарали цих злочинців за нормами закону. У вас є побоювання? І що може статися в разі, якщо, власне, їх випустять? І ми зрештою з'ясуємо, що вони на волі. Я боюсь, что если не докажут вину конкретного человека, по букве закона я говорю, что там они еще могут придумать, они могут придумать, допустим, эти действия квалифицировать как хулиганские, если не докажут факт, кто из них стрелял. Они вдвоем совершали, в принципе, хулиганские действия. Стреляли в населенном пункте, находились в нетрезвом состоянии. Но это уже, так сказать, немножко натянутая ситуация, по идее. И народ, боюсь, что будет очень жестко реагировать на, это решение, потому что там наказание за это значительно больше, меньше, так сказать. Но поэтому будут все-таки, во-первых, дело будет тянуть, не потому что там какие-то есть рычаги воздействия на судьи, а потому что все понимают, что общественный резонанс в стране, такое преступление, которое всколыхнуло всех, и принимать скороспелые решения в сторону смещение наказания никто быстро не будет. Чтобы люди позабули трошки. Да, немножко забыли. Ситуация уляглася, и, власне, навіть якщо не буде доказів і будуть законні підстави їх випустити, то це, щоб відбулося не там за тиждень чи за місяць, а, наприклад, там під кінець року. Так. Да, будуть тянути столько, скільки можна, щоб немножко эта волна уляглась, так сказать, что-то. Как-то спокойнее стало, потому что сейчас, если приняли бы решение о том, что на подписке не выезде, а в принципе, если сказать, что это неосторожное преступление, в принципе, теоретически подписка о невыезде, была возможна, то разгромили бы и суд, разгромили бы и отделение полиции. Ну, а есть какие-то законные термины, против которых до официального висунення звинувачуваного відносно скоєння злочину, вони мають перебувати у слідчому ізоляторі. Я так розумію, згідно з останніми змінами до відповідного кодексу, ці терміни звузилися. Так, да, вони звузилися, але будуть правдами і неправдами все, так сказати, все це розтягувати, тому що ситуація критична. Я розумію, що хтось хоча б із них зізнався, от є чоловік, тот в это время не стрелял, тогда бы ему нашли какую-то другую статью, тоже хулиганство, если он был в пьяном виде, стрелял и так далее. А здесь они не сознаются, и боюсь, что не сознаются. А каких-то доказательств, даже если найдут то охотничье ружье, которое они выкинули, это еще ни о чем не говорит, что ружье-то может принадлежить какому-то из них конкретно, либо оно, если было зарегистрировано, числится на ком-то из ближайшего, из этого населенного пункта, но оно ничего не стреляли все с него, в том числе какой-то ребенок вроде бы стрелял, сын одного из них. Очень сложная ситуация. Відомо, що рейтинг довіри до органів внутрішніх справ, власне, до поліції в Україні дуже низький, хоч за останні кілька років він трошки підвищився, але залишається низьким, і репутація поліцейських не досить добра. Що має відбутися в країні, щоб рейтинг довіри зріс до поліції і як наслідок, чи може як причина отаких карколомних і жахливих трагедій в Україні не повторювалося. Учитывая, що многі роки міліція, а потім поліція втрачувала свій авторитет, треба, извините, этот авторитет завоевывать. Просто так сказать, прийшли нові ребята в американській формі, вони все хороші, так сказать, все хорошо, а що далі? Это дали им аванс какое-то доверие, а не всегда у них все получается. У них, так сказать, одни зарплаты обещали, немножко получилось по-другому, многие повольнялись. То есть доверие надо восстанавливать. Это не просто восстановить доверие населения, потому что оно утрачено очень сильно. После этого случая, я думаю, еще будет больше утрачено. Нужно быть время, терпение и разумные действия со стороны государства. Власне, реформа там 4-5 років тому передбачала те, що кількість поліцейських і патрульних, зокрема поліцейських, зменшиться, але якість їхньої роботи і, відповідно, зарплатня їхня підвищиться, тож мотивації буде більше, так? Мотивації розкривати злочини, мотивації перешкоджати поширенню злочинності. Але ось ми бачимо, що навіть якщо кількість, в разі, коли кількість поліцейських зменшилася в Україні, а ми бачимо статистику, яка не свідчить про покращення розкриваємості злочинів тощо. І от, власне, такі ситуації
взагалі ставить під сумнів ефективність роботи органів? Я з вами согласен, но надо какие-то делать направления, правильные действия в этом направлении, немножко поддерживать работников полиции, это работа нелегкая. В принципе, все силы бросили на патрульно-постовую службу, так называемую, то, что сейчас ездит на машинах, они выезжают быстро, все хорошо, но а тот же следователь, тот же работник розыска, работники других структур полицейских, это сложно. Их работа погиршилась, так, якость? Да, потому что многие походили, когда была эта переаттестация, потому что доказывать, что ты не верблюд, это очень сложно. Тебе начинают предъявлять какое-то обвинение, нужное, ненужное, увольнять. А когда человека дает работе 10-15 лет, как-то вот и тебе не верят, причем это делается очень в неприличных формах, будем так, оскорбительно для человека. Он даже не пытается восстановиться через суд. Это правда, к людям надо уметь относиться, к сотрудникам, и с этим надо быть очень осторожным. Полицейский – это прежде всего человек. Если будем к нему относиться нормально, я имею в виду со стороны руководства, со стороны государства, может от него что-то получим. Если будем все время его ругать, не учитывать его права, так сказать, я думаю, ничего не изменится. Власне, и полицейский має бути людиною, а не стреляти, пристреливать зброю в населенном пункте, там, где гуляют дети. Это само собой, да. Этот факт, конечно, вопиющий, так сказать, и, наверное, войдет в историю, как очень некрасивый, который характеризует наши правоохранительные органы, в частности, полицию. Дуже дякую вам, пане Володимире, за те, що прийшли до нашої студії, поділилися з нами своїми думками як професійного криміналіста, а власне ситуації в Переяславі. Дуже дякую вам. Залишайтесь репортером, ми стежимо за розвитком подій, обговорюємо їх в нашій студії. Побачимось в цій студії. Щасти!